Всем доброе утро. Вчера не выходили в эфир. Чуть-чуть с Витой лечились, как говорится. Чаек, медик, лимончик, малинку достал. Вита еще там таблеточки попивает. Но я таблетки не стал. С Ричиком на прогулочке. А тут уже запивают петушки, курочки. Хочу поздравить. Ну, поздно, конечно. Это было вчера. Всех наших захисників. Здоровья им. И повернення додому с победой. Витуля сейчас дома пока еще. Что-то там собирается куда-то. Но я еще не знаю, куда. Может, что-то она мне предложит такое интересное для меня. Я думаю, рыбалку может. А может и нет. Ну, посмотрим, что оно будет. Так что вам всем спасибо, кто подписался, кто не подписался, подписывайтесь, мне будет приятно, вам не тяжело, будете смотреть, если что вам понравится в наших съемках. Пошли, поширите. Так что за лукасики тоже отдельная благодарность, за комментарии вообще стараюсь всем ответить. Интересно, кто что пишет, поотвечать вам на вопросы. Мы сейчас пошли, разворачиваемся, Ричик, пошли домой уже. Ты уже погулял, хватит. Погодка вроде ничего, солнышко. Пыль это прошла, 2 дня было. Вчера тоже, но вчера поменьше было. Но сейчас я посмотрю. Да вроде так и нету уже ничего. Как первый день вообще было, вы видели. По всей Украине такое было. Пойдем, Ричик. Вита, привет. Что ты, омлетик будешь робить? Да. Позавтракаем там, может, куда-то, да, промотнем. Угу. Ты ж меня говорила вчера, да? Куда-то, может, съездим. А куда? Говорил ты мне. И я тебе, и ты мне. Ну, да, я сейчас скажу, по состоянию будем смотреть. По состоянию здоровья? Ну, что у тебя состояние здоровья? Нормально. Получше? Угу. Ну, это хорошо. Это тебе сегодня не пить, да? Вот такое. Нет, завтра. Завтра, да? Ага. Третье. Завтра. Угу. А что у нас там? 10 градусов показывает, да? Тричика выгуливает холодно. Ну да, 10 градусов. Так как холодно, не холодно. Нормально, да. Вчера опять показывают, да, в Кременчужский район лес какой-то, сколько грибов. Да, мне кажется, тут трындёж какой-то. А люди пишут, были ж тоже в том месте, встречали грибников, все с пустыми корзинами. Где вы столько грибов нашли? Значит, какое-то старое видео, да? Не знаю, человек пишет, говорит, вы плохо смотрите. 2 ведра и еще такая корзинка. И белый, и масленок, и еще какой-то гриб. Что ты тут навыдумывала, а? Омлет. Это сыр, да? Половина сыра. Ух ты ж. Вкусняченка будет. И Ричик уж покушать, да? Да. Ричик, ты где там? Не может он у нас сухой корм есть. Бегит, да? Бегит. Ага. Только домашнюю пищу. Вита и тебе сейчас кушать сделает. Еще нету там. Нету твоих друзей, убежали. Друзей нету, да. Отдохни пока на окошке. Ричика с детства приучали сухой корм кушать. Не ест он. Только вот это кашку ему там, печеночку, сердечко подмешивать надо. Курочка. Ну, все, что мы едим почти, то и он ест такое. Да, но борщ суп он не ест. Борщ суп, да. Молочку любит. Купили вот такое ему, чистить зубки. Но оно такое твердое. Начали давать, не ел. А это я воду начал размягчать, водички чуть-чуть, потом по маленьким кусочкам ломаю.
И тогда он лопает. И с таким аппетитом понравилось ему. И да ешь ему вот даже сердечки. Ешь ему все вот так вот мельчу. Ага. Все мельчу. Потому что если вот целое ему что-то положить, он не ест. Все надо мельчить. Да, Ричи? Ну, старичок уже. Так и Женя сказать? Ему мельчит и тебе. Старичок уже. Да, Ричи? Пластинки, он тогда кушает. И начал вот это ж есть эти палочки. Вот эти, которые я показывал. И стало меньше у него сорта пованивать. Так что не обманул нас ветеринар. Говорит, подавайте эти палочки, ему пусть покушает. И зубки у него посветлее стали. И меньше стало запаха сорта идти. Ну а запах же, что он как сказал, из-за этого кариеса, что на зубах налет. Ну из-за, да, из-за налета на зубах вот это что. Рич, ты ждешь кушать уже, да? Сейчас вот это я нагрею. Речик. Ага. Нету там никого. Речи, ты дай мне. Речи, дай мне. Дай мне. Все, все, все. Кушай, кушай. Никому не отдаст свою пайку. Ждешь, сейчас я тебе накрышу. Подожди, сейчас. Кашу уже выелся, видел? Кашу поел. Теперь ждет свою пластинку. То не заставишь, то теперь. На. Кушай, пожалуйста, Ричик. Ну давай сюда, на твое место, давай. Вот тут иди. Где твое место, иди кушай. Вот умничка. Сейчас Женя заберет. Дай мне, дай мне. Женя хочет забрать. Смотри, не отдам. Все, кушай, кушай. Твое кушай. Вот уже злюка. Речик, ну ты наелся хоть. Сегодня, видишь, все видео с тебя начинается. О, ага. Еще там, перца еще хочешь. Перчика хочешь. Смотрите, кашу выел, все. И у тебя все палочки покрошены, все выел. Жор начался у тебя, да, Рича? Бывает вообще, что не ест днями. А бывает, да, сутки двое ничего не лопает. Только воду пьет и молока может попить, да? А вот и завтрак наш готов. Приятного аппетита всем. Сейчас включу водичку. Рыжая какая она это. Как говорят у блогера, должно быть лобовое стекло чистое. Так и я делаю. Поедем с Витулей на рыбалку. Что там? Твоя не закрылась. А. Поедем на рыбалку. Ну на рыбалку на какую? На хищника я покидаю. На фидера не будем ловить, но хищника покидаю. Вита посидит воздухом, подышит, как раз ей полезно. Да и я тоже похожу, подышу. А может, что и поймаю. Ему тоже полезно. Да. Да воздухом всем полезно дышать. Мы вчера целый день просидели в квартире, не выходили. Ну, то, что я только выскочил быстро, поменял имидж, подстригся трошечки. Помолодел. Так что помолодел, не? Да, я 4-го. А тебе 4-го, да? Пойдешь имидж менять. Угу. Это ты стрится и красится, да? Ну да. Все. Тоже промолодею. Промолодеешь? Помолодею. Ага. Помолодею. Все, поедем на Дмитровку на псел. А у нас сегодня среда, базарный день. Машин полно тут. В среду и в пятницу. Да, среда, пятница, базарные дни. Съезжаются со всех сел, ну, с Козельщинской громады и не только. И приезжают с других городов тоже. Всякие вещички продают. Да и птица, и жимы. И птица, да. Да все здесь есть. Продукты. Все свое, все свое домашнее. Экологически чистые продукты. Да. Картошка лучше. Да, картошку видела, да? Надо тоже картошечки взять, да? Да.
1 октября, а весна, вернее, не весна, весна, лето не хочет отступать. Хорошо, погода тепленькая, хорошо. Кстати, скажу, у нас две дочки осенние. Одна октябрьская, весы она, да? Гороскоп. Старшая весы у нас, Аленка, а младшая ноябрьская. По гороскопу скорпион. Ну, там точный скорпион. Там... Она у нас железная. Если что-то задумала, никто ее не переубедит. Это делает так, как ей надо. Это точно. Все в правильном направлении. Железная леди. Аленку когда тоже рожала, 12 числа она у нас родилась. Тоже помнишь, погода солнышко было. Потом похолодало чуть позже. И Дианку тоже, тоже такая солнечная-солнечная осень была. Можно сказать, даже теплая. Да-да. Приехали уже на месте. На месте, на месте. Еще там мужичок стоит, тоже кидает на спиннинг. Пару машин стоит. Больше. Я 3 насчитал. Наша 4-я. Так мы еще дальше туда не ходили. Может и там еще. Может и там. Ветерок небольшой. Так красотища. Как я тебе говорила, никто не прыгает, да? Да-да-да. Ну, да что ты ловишь, никто не прыгает. Ну, обычно же как щука гуляет, да, прям? Да. Плескается. Вот такой силикончик я наживил. Попробуем на этот пока. Потом поменяем, может. Говорит, не умеешь ты щуку ловить, давай я. Я говорю, ну давай. Не клюет. Мам, это ты пока по телефону разговаривай. Ну сейчас поймаешь. Да? Ага. Что-то она не гуляет. Не гуляет, щука? Да видишь, плохо, под берег сильно не кинешь. Травы много, да? Да, травы много. Как я всегда говорю, если была бы лодочка или заброды хотя бы. Сейчас нас не дает мне щуку поймать. Забрал у меня спиннинг. Ты наловила, теперь дай я наловлю. Ну да, на котлетки, да, поймать? Да пару штучек таких. Да хотя бы по полкило. Да, а что-то по полкило. Ну тогда по килограмм. Ну что, Жень? Ничего. Здесь рыбы нет. А кто говорит? Директор стадиона. Не, ну ходят, не сразу ж. Ходят по берегу эти, как они? Пожарники. Пожарные. Проверяют, чтобы костры не палили, ничего. Ну да, пожары везде такие. Да засуха, дождей нет. Сейчас вот это вытащу, пойдем вот туда пройдемся. Где пляж, вот туда. А мужчина, видишь, который на пляже, уехал туда, наоборот. Туда поехал. Наверное, и там ничего нету на пляже. Не, ну оно ж дело случая. Ну да. Сейчас ее нету, подплыла. Помнишь, как ты всегда кидаешь, кидаешь, потом только уезжаем, она начинает, да, плескаться. Ага. Thank you.
мурашки летают. Бабье лето. И паутины столько. И вот такая мошка. Прям кишит. Вот это уже бабье лето. Надо поехать где-то позагорать. Ой, ты шо? Ну ты не, я да. Ну ты да. Ты еще искупнуться можешь. Могу. Сейчас на море хорошо загорать. О. В Одессе бы, да? Устал? Давай я покидаю. Так кидай меня. Спина аж заболела. Рыбачка Вита. Нету рыбы. Нету рыбы, да? Ну ничего. Погода хорошая. Дедушка, бабушка тоже. Бабушка на поплавочку, а дедулька спинит. Погода вообще, да? Мы уже весь берег обходили. Только что тут плеснулась, видела? Видела. А я думала, тут лягушка прыгает. Не, я заснула в другую сторону, она вот тут. Притаилась, да? Ну, она сидит в траве вот тут. Малек плывет, она только вниз. Какая погода? 2 октября. Погодка радует. Слышь, она тебе радует и делает. Ничего нету, ага. Да надо на Днепр ехать, я ж тебе говорила. Ну уже когда? В субботу? Ну как скажешь. Или завтра, да? Завтра? Ну глянем. Ну посмотрим. Да, загадывать не будем. А на Днепр уже хочется. Там хоть на фидер можно половить что-то, да? И покидать можно и спиннинг. Ну там тоже сильно вода ушла. Вон глянь, как тут ушла, да? Да везде ушла. Тут же ж, а вот посюда аж была вода, да, Жень? Да. Аж посюда была, вон сколько воды ушло. Видишь, как я вовремя остановился, вот там плеснулась. С Витой свернулись, едем домой. Сегодня мы без рыбы будем, как говорится, без котлет, что хотели. Главное, пакет взял. Говорю, зачем ты пакет взял? Пачуху. Пачуху, ну а куда ее? Садок, много ж не наловишь, это ж тебе не карась, там не плотва. Ну если ты хочешь котлеты, купим давай хека, я тебе сделаю. Да хек. Нет, хотелось щучки, да? Да, хотелось щучьи котлеты, сальца добавить, хлебушка туда. Можно даже чуть картошечки, чуть-чуть потереть. И щучьи котлеты. А с головы щучьи головы верченые с чесноком. О, это я такой первый раз слышу. Да? Не, ну как будто кино ж было. А с голов раньше, помнишь, собирали все головы, а потом какой-нибудь праздник, и мы варили уху. Да? Да, да, было у нас. Да. И с толстолобика, и щучьи головы. Уха такая, ой, хорошая была. А где мы варили, не помнишь? Там на природе много раз. И на дни шахтера выезжали. У Виталика варили. В гараже, да, у кума и варили. У Виталика в гараже, и на Мымрике варили. Много где варили. Да, да. Так что вот такая рыбалка. Ну ничего, все будет. Лукасик жирный, как умеет говорить. С вами надолго не прощаемся мы. Всем мира, добра, как всегда. Хорошего настроения. Все будет у всех хорошо еще. И крепкого здоровья. И крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся еще.